день. Меня зовут Юлия Смутина, я из города Магнитогорска. Что сказать о своих результатах? Я пришла в компанию для результата для своей дочери. В первую очередь снизить инсулинорезистентность и сделать ребенка очень красивым, потому что в 13 лет она весила 72 килограмма. Сейчас ей 14, она весит 55 килограмм. Это очень активный, эмоциональный, безумно красивый ребенок. И я вместе с ней также снизила вес на 10 килограмм, но самое удивительное, это было отсутствие моей подруги аллергии. То есть я 20 лет жила с аллергией на все цветы, на все растения. Любая травма приводила к тому, что начиналась одышка и проблемы вообще с дыханием. То есть кожа покрывалась красными пятнами. На сегодняшний день эта проблема решена. Я хочу, чтобы люди с подобными проблемами услышали меня и увидели здесь именно шанс для того, чтобы поправить свое здоровье.